Здравствуйте, дорогие друзья. Матч между командами «Триумф» и командами «Єдність». «Триумф» сегодня на правах хозяев на этом поле. Вот. Ну а «Єдність» – гости. К составу команд за «Триумф» сегодня сыграют. В воротах все так же бессменный Егор Кунда. Защищать его будут Роман Буга, Максим Андреев, Александр Крусян, Александр Гузенко и Владислав Накул. Новый игрок Андреев. Мне подошел, подсказал, да, что есть у нас новые люди в команде, и нужно их правильно представить, в принципе. И неправильный вот аута для команды «Триумф» за команду «Єдність». Сегодня сыграет в воротах Вячеслав Рудий, если неправильно, я прошу прощения сразу у Вячеслава, да, новый вратарь команды «Єдність». Сегодня, кстати, хочу поздравить основного голкипера и организатора. Ой-ой-ой! Это было очень больно. И желтая, кстати, для Руды. Вот такой. Вячеслав Рудий получает желтую красную карточку. Ой-ой-ой. Максим, дай красную карточку. Вот такое вот. Вот такое вот у нас дебют. Дебют Вячеслава Рудова в Кубке Эластико. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я буду представлять дальше состав команды «Єдність». Юрий Климчук, Виталий Редкозубов, Дмитрий Хлебик, Александр Вишневский, Сергей Кулик, Сергей Фареник, Алексей Ващевский и Владислав Братанен. Да, вот как-то так, такой дебют у голкипера «Єдність» не задался. И удар, и сразу же вот с этой... С этой точки реализует этот гол Крусян. Ну и 1-0 пока. «Триумф» впереди. Ну что ж, поехали. Да, нет сегодня Дмитрия Вербецкого, как я уже ранее сказал, сегодня у него день рождения, но он поддерживает свою команду здесь на поле. Редкозубов! Ой-ой-ой! Спасает сейчас Крестовина внутренняя команду «Триумф». И чуть-чуть он не забивает. Передача от Хлебика не проходит. И Редкозубов снова на подхвате. Ну! Нет, не получается сейчас у Климчука. Юрий! Нет! Андреев! Андреев! Фареник! Редкозубов подлетает уже здесь. И это мяч для команды «Єдність». Ну что ж, должны сегодня ребята в белой форме дать своему организатору, скажем так, эту победу. Ради него это должны сделать. Даже я приехал на комментирование. Ну что, Козубов, нет, ошибается здесь. Крусян на подхвате. Крусян налево. Буга. Ай-яй-яй. Гузенко там не вовремя, мне кажется. Не в том месте, не в то время оказался. Света. Редкозубов в центр на Вишневского. Снова Редкозубов. Фареник. Вишневский, Фареник, ну, ой-ой-ой, ну как же так, какая хорошая комбинация сейчас от этих двух ребят, но чуть-чуть вот не хватило в первом эпизоде Редкозубова, в этом эпизоде Фареник, вот совершенно чуть-чуть для завершения, но зная «Єдність», они голову в любом случае придут, если так будут настырно атаковать своих оппонентов. Крусян тем временем по флангу, нет, не проходит, уходит от «Єдність», кто-то из игроков выбил этот мяч, Буга. Накул через назад. Тоже дебют его в турнире «Еластико». Буга на Накула. Накул, ну, не спать. Андреев на Крусяна. Фареник вокруг него крутится, но здесь передача нерезультативная, неточная.
Ну, кстати, на ворота там Владислав Братаненко встал в рамку, одел свою красную ветровку, в которой разминался. Лемчук. Хорошая передача, но Фареник был на пути этого мяча. Не то загадывал пятый номер команды «Еднесь». Лемчук убирает одного, удар с пыра, не точно. Слышим и Вербецкого, но он здесь рядом со мной буквально тоже поддерживает. Я не один десяток раз, по-моему, сказал об этом, но действительно очень приятный человек в общении, рад с ним быть знаком. Лемчук на Фареника не спать. Редкозубов удар, Кунда делает сейв. Фареник мяч снова получает. Лемчук есть рядышком, Фареник получает. Сергей эту передачу. Александр Вишневский. Снова Сергей. Редкозубов. Подуспокоились Еднис, Виталий Редкозубов. На Вишневского. Александр. Хорошо, на Фареника. Сергей, ну нет. Ну что, это угловой для команды «Еднесь». Давай, Климчук здесь так тихонечко подкрадывается к воротам соперника. А здесь Крусян, выход один на один. Братаненко есть у него. Все-таки есть какие-то навычки вратаря. И Фареник на Климчука. Нет, здесь Андреев контролирует. Ну вот не хватает сегодня на поле у «Триумфа» Тучкова. Непонятно, почему отсутствует. Но посмотрим, кто у нас там будет давать интервью, почему его сегодня нет на поле. Крусян. Раскачал Климчука немножко, усадил уже на пятую точку. Крусян назад на Андреева. Пуга мяч принимает, а здесь уже и Братаненко. Опасно, это опасно, но все, как правило, Вишневский. Ну, Курик? Нет. Пытался сейчас там Кулик Сергей куда-то пропихнуть мяч на другую сторону штрафного майданчика. Здесь, ай-яй-яй, здесь Клевик появился на поле, немножко не стал на мяч Братаненко. Братаненко уже и головой играет, ну молодец, сегодня голкипер обеспечен команде «Еднесь». Александр Вишневский, Климчук. Вишневский, Саша, ну это слишком... Слишком высоко. Кунда. Прошло 5 секунд времени и... Сейчас уже кто? Кто готов пробивать? Ну, штатный Вишневский. В принципе, он и может это сделать. Есть гол от Вишневского. Хлебик. Вишневский. Ах, касание на Хлебика пытался отдать эту передачу. Андреев. Вот сюда на пулю соперника. Но здесь Климчук. Бузанка против него. И Климчук сейчас, ну, ошибается, к сожалению. Ну, сегодня вот в качестве дирижера Климчук выступает. На поле, пока он находится, уже успели поменяться. Бузенко, ну здесь фол, мне кажется, был. Фол Климчука на Бузенко. И это может быть опасный штрафной. Ну, нет, все-таки Буга решил через назад на Крусяна сыграть.
Куга. На Кузен Камяш не проходит, и Хлебик делает перехват. Ващевский справа, есть Кулик слева. Нет, выбирает все-таки через назад Климчук. Более позиционную атаку хотят организовать команда Еднис. Кулик, Сергей. Ващевский, Леша, Хлебик. Ой-ой-ой, ну, Климчук. Нет, не получился, не хватило маневра для удара Хлебику. Ну и Дима здесь ударил, уже как ударил. Климчук сразу же начинает прессинговать своих оппонентов. Кунда далеко-далеко вперед, а здесь снова тот же Хлебик. Уже отрабатывает в защите. Удар от Крусяна, ой-ой-ой. Как это сейчас было опасно со стороны команды «Триумф», и могли сейчас обжечься игроки Еднисти. Неточная передача от Хлебика, но что-то не получается у него нащупать игру. Андреев бьет, снова Хлебик. Андреев, еще удар, пока выше. Ротаненко пока все-все контролирует. Лемчук. Потихонечку не обыгрывает сейчас Накула. Хлебик с мячом. Кулик. Снова Климчук. Ай-яй-яй-яй-яй. Получает сейчас Андреев желтую карточку за неправильную смену. Поменялся на чужой половине поля. Крусян. Два 11-х номера схлестнулись. Крусян вышел победителем. Крусян, Братаненко. Выходит правильно. Братаненко вперед. Сюда Климчук. Крусян остается с мячом. Крусян бьет. Ротаненко мяч забирает. Вареник. Ну, кому? Предлагайте себя. Вы предложили сейчас Климчук и Редкозубов. Климчук с мячом. Ну что, оставляет на Редкозубова. А, и там никого. Поехали наблюдать за игрой после небольшого тайм-аута. Я думаю, как раз мы экватор преодолели. Редкозубов на Вишневского. Саша жестко встречает его Крусян. Саша с мячом. Вишневский пытался на Хлебика, на Фареника прострелить. Но, к сожалению, не до Димы, не до... Сергея, да, этот мяч не дошел. Удар! Хороший удар, обводящий сейчас от Сергея. Крусян с мячом. Удар от него. Братаненко. Вишневский. Александр может и ударить сейчас. Левая нога достаточно сильная. Вишневский. Оставляет и догоняет его Сергей на Редкозубова. Виталий. Так,
хорошая была задумка на Диму Хлебика. Ну, вставляет мяч на Вишневского. Ну там Андреев. Маленький, низенький Андреев. Перепрыгивает редкозуба. Быстренько закрывается с вареником. На редкозуба. Ай-яй-яй. Крусиан. Крусиан от твоих уходит Александр. Центр на кул. Андреев. Это гол для Триумфа. Андреев забивает. После шикарной комбинации от Крусиана. Ушел от Редкозубова, ушел от Вишневского и оставил их неудел двоих. Кул в своем первом дебюте за Эластико. Ну, по крайней мере, я так думаю, может быть, он уже в первом туре играл. Вот, потому что в первом туре мне не удалось комментировать матч Триумфа. Вот, ну, уже, пусть даже будет дебют, пусть будет дебют у него сегодня. Голевую передачу уже отдал. Клинчук. Ну там уже против четверых пытался Климчук пройти. Что здесь такое? Провал в обороне, но Братаненко. Мяча нужно выходить. Братаненко. Владислав, нет, все-таки через... Отдал и назад. Вишневский раскачал, бьет Кунда. Сейф. Климчук. Убирает сейчас на кула. Климчук бьет. Нет. Вот Вербецкий дает наставление, чтобы ребята били чаще по воротам. Андреев на Бугу. Нет, слишком было высоко и слишком быстро для Буги. Не успел он. Климчук на Фареника. Уходит сейчас от Накула. Фареник бьет, но вот сейчас, если бы прошел этот удар и не было бы Крусяна на пути, то, я думаю, был бы отличный гол с моего ракурса. По крайней мере, Редкозубов. Ай, свалился мяч с ноги. У Виталия. Здесь уже как жестко сразу Редкозубов прессингует своего оппонента, но Накул все-таки остается. Ну, оставался с мячом до момента. Вишневский. Кулик. Теряет мяч Кулик. Опять 11 номер. Обыграл другого 11-го. Крусян налево. Буга. Братаненко. Ну сегодня что? Игрок матча заслужит 9 из 10, как минимум, я думаю. Буга через назад. Крусян. Крусян бьет. Ну, бил в сторону Гузенко, но тому оставалось, в принципе, как-то подставить там ногу. Но... Ай-яй-яй, Климчук сейчас ошибается, и Гузенко перехватывает. Гузенко право на кул. Удар от него. Нет, это мимо ворот. Удар от Вишневского, плотный Кунда здесь на месте, Климчук грамотно. Вишневский с мячом. Через Климчука решил сыграть, Климчук уходит по бровке, Климчук бьет, Кунда сейф. Но сегодня Кунда на высоте. Такого Кунду переиграть будет достаточно сложно. Здесь удар от Редкозубова, ну, рядом со штангой. Андреев на Крусяна. Хорошо, хорошо Кулик его обыграл, но здесь Крусян уже свалил против Редкозубова. Ну и фол для команды Триумф.
Быстренько Еднис поднимается. Хорошая передача на Вишневского. Бьет Александр. Ну, вот удар сегодня хороший у него. Ну и Кунда хорош. Триумф сегодня без ошибок. Крусиан долго остается с мячом. Убирает корпусом Вишневского. В центр Кузенко. Тот еще правее Андреев. Ошибается Андрей Климчук. Есть слева Вишневский. Ну, кто-то еще ему на помощь. И есть гол от Климчука. Ну, вот так. Сам отобрал, сам пробежал и сам забил. Ух ты, обидное столкновение Крюка и Гузенко. За кадром оно случилось. Ну и это фол, кстати. Фолы. Буга. Через назад. Крусян. Ну, вот такой. Я сначала не понял, такой же из Климчука, но у нас заканчивается первая половина, и пока что у нас 2-2. Ну что ж, поехали. Второй тайм команды «Еднис» и «Триумф» показывает хорошую игру, слаженную, как и «Еднис», так и команда «Триумф». Ну что ж, есть у меня такая инсайдерская информация, что сейчас на поле в составе команды «Еднис» появится Дмитрий Вербецкий. Там и встанет в рамку ворот. И будет сейчас защищать честь своей команды. А тем временем Кулик Сергей пытался пробить сейчас Кунду, но пока что Егор вообще безошибочно действует. И в принципе пусть действует безошибочно. Достаточно резвый, крутой вратарь на турнире. Один из лучших. Крусян хорошо. Сейчас вот как раз-таки Кулик сыграл грамотно. Подкате мяч выбил за пределы поля. Андреев бьет. Нет, ну нужны силы в виде Братаненко. Тоже он весомый клад на поле вносит. Но пока что. Ну что, вот и появляется на поле Дмитрий Вербецкий. Еще раз я поздравляю его с днем рождения. Вот все-таки. И в принципе вся команда «Эластика», да, наша команда, желает ему долгих счастливых лет жизни, чтобы все было хорошо, чтобы всегда, в любом возрасте, да, не будем говорить сколько, не будем раскрывать все карты, всегда показывал крутой футбол. И вот там Дмитрий Хлебик сейчас
пытался пробить поворотом, но пробил, но мимо. Сейчас забивает Андреев. Маленький Андреев на втором этаже. Лемчук с мячом. Я думаю, не ожидал сейчас Вербецкий то, что вот так вот сразу в первую секунду выйдет и пропустит мяч. Совсем не ожидал. Но что случилось, то случилось. Я так понимаю, что Дима вообще без формы. Вот, сегодня абсолютно это взял кого-то из сокомандников, а тем временем Клинчук бьет. Рикошет или угловой. У кого-то из сокомандников взял форму для того, чтобы помочь своей команде победить сегодня. Ну и, кстати, Кунда сделал еще и голевую передачу на Андреева. Вот, помимо феноменальной сегодня игры в воротах, Русян включает пятую по правому флангу. Есть тут Буга. Все, больше никого. Центр. Тучков бьет. Мимо. Вишневский по флангу. Лебек тоже назад на Александра. Зубов потерял здесь немножко, мне кажется, пространство свое. Через назад. Климчук. Климчук уходит вправо. Климчук бьет. Андреев закрывает своей спиной этот удар. Редкозубов. Здесь никого. Крусян мяч забирает, Буга, Вишневский на перекате убирает, Вишневский, Климчук, ну нужен удар, бьет, ой-ой-ой, какой сейф от Буги сейчас был. Ух ты, вот так вот, два подряд момента. Вот так вот Буга буквально в несколько секунд вместил действительно два зрелищных момента. И мяч один спарировал с непосредственной близости от своих ворот. И вытянулся в струночку, и мяч выбил у кого-то из игроков в команде. Едно, Редкозубов. Братаненко, кстати, появился на поле. Он свеж, он стоял на воротах весь первый тайм. Андреев бьет. Удар был от Андреева, но это было не точно. Ну что, Редкозубов подостал, на смену пришел. Накол. Русян, Братаненко, все-таки мяч у него не забирает, а забирает у него мяч Климчук. Выход 2-1. Климчук уходит вправо. Климчук, Братаненко. Кунда снова делает сейв. Что сегодня творит Кунда? Андреева, ошибка от Андреева, не вышел он на мяч. Фареник уходит вправо, Фареник бьет выше ворот. Сразу заброс на Гузенко, здесь Вербецкий мяч забирает. Сразу на Вишневского в атаку, один отрезан, но возвращается Гузенко назад, Вишневский убирает одного, второго бьет. Фареник, ай-яй-яй-яй-яй, но здесь нужно, мне кажется, на Верочку бить, а не пока что. Братаненко гол забивает. Yeah.
Ой-ой-ой, какая ошибка, Фареник! Штанга сейчас спасает команду «Триумф», и Фареник был буквально в миллиметре от мяча, который отскочил от стойки, но сгруппироваться вовремя не сумел. Климчук, ошибка сейчас от игроков «Триумфа», Климчук уходит вправо, но у Кусина ноги подлиннее. Вишневский, бьет Вишневский, бьет! Небольшого тайм-аута, возвращаемся на поле. Ботаненко мяч перехватывает, Фареник. Если это сам Климчук, оставляет он передачу, удар от него. Ух ты! Животом! Хотел сказать пузом, но не совсем корректно, не совсем красиво. Но животом сейчас бы Вашевский, если бы забил, то вообще был бы момент на миллион. Но чуть-чуть у Алексея получилось. Опять Крусян убегает, но убегает, а результата пока что нет. Фареник Немчука оставляет на Братаненко. Тут заброс совершенно неточный. Крусян снова бежит. Ух ты! Вот так вот Климчук красиво сейчас лег под мяч. Вербецкий вступает в игру. Братаненко. Нет, не получается сейчас отбиться у игроков Еднисти. Но и Дмитрий мяч вводит вперед. Вашевский сбрасывает на Братаненко. Снова Вашевский. Ну, Леша, нужен удар. Это мяч для «Триумфа». Нет, все-таки это мяч для команды был Еднись. Ну и Братаненко пробивал, сами все видели. Принял на чужой половине поля, а вот руками развел. Кому? Куда? Зачем? Дает на Братаненко. Владислав. Нет. Обыграет его Крусян вместе с Гудзенко на пару. И Фареник уже сразу возвращается назад. И Братаненко тут как тут. Гудзенко с мячом. Нет. Здесь Фареник первый на мяче. Забирает мяч сразу на Климчука. Перевод. Климчук. Вашевский через назад. Фареник. Уходит Фареник от одного. Удар от него. Ой-ой-ой. Рядышком со штангой. Ну, сегодня команда единственная. Пока что 3-3 у нас, но посмотрим, что будет дальше, играть-то будем или нет. Мяч для «Триумфа». Буга через назад на Андреева. Толком ничего не получилось. И переходит мяч к Вербецкому. Фареник.
Потаненко Владислав через назад, Фареник. Ну, совсем несуразный пас для него. Климчук. Климчук зажигает свечу над полем. Ай, там не получилось. Кулик Сергей не смог мяч обработать должным образом. И, ну, трюмфовцы не спешат, в принципе, вводить. Хотя 3-3. Кунда снова длинный-длинный заброс на своего партнера Буга. Ну, сейчас там был повыше Братаненко и мяч. Все-таки был первым у него. Ну что, Буга снова. Гузенко быстро на него идет передача, но Климчук здесь мяч этот перехватывает. Климчук по флангу, левый фланг. Ай-яй-яй, не прошла передача на Кулика. Я напоминаю, пока у нас счет 3-3 между командами Единиц. Они в белой форме и Триумфом, они в полосатой. И тут сейчас как опасно. Опасно сейчас. Подскользнулся там Гузенко. Бьет сейчас Андреев. Гузенко через центр. Снова удар от Андреева. Ну, там мяч, я думаю, контролировали игроки команды Единиц. Козубов. Все-таки мяч переходит в команде Единиц и на точке Кулик. Через Вербецкого нельзя. Уже второе касание было у вратаря. Вареник. Сергей. Кулик. Кулик бьет. И есть гол! Есть гол для команды Единиц. Продолжу прямой эфир. Также веду его и на странице Facebook для своих подписчиков. Ну что, вышли вперед игроки команды Единиц. Пока что на один гол, на один мяч. Климчук. Климчук отдает через назад Редкозубов. Кунда. Кунда спрашивает, кому, и делает эту передачу. Снова Фареник. Ах, Кулик бьет и забивает Климчук. На этот раз он поражает сетку ворот. И еще один мяч залетает в ворота Триумфа. Вот он. Триумф атаки. Ну, пока что безрезультативно. Опасно сейчас возле ворот игроков Единиц, и это фол для команды Триумфа. Бьет сейчас Андреев, попадает в стенку кого-то из игроков команды Единиц. Ну что, и там снова Буга разыгрался с Крусяном. Крусян.
не точно, а передача перехватывает его, ее Редкозубов, и налево туда подальше. Фареник снова с мячом, автор забитого мяча, еще бьет, и это гол, гол ворота команды «Триумф». Несколько минут понадобилось игрокам команды «Еднисть» для того, чтобы реализовать еще один забитый мяч. И это фол. Здесь уже Редкозубов свалил. И это пятый команды для игроков команды «Еднисть». Ну и Редкозубов желтую карточку получил за снос своего соперника. Рыбецкий рядышком на Редкозубова. Снова Редкозубов с мячом. По флангу отдает он на Кулика. Кулик. Нет, выпускает мяч Кулик или что? Или все-таки... Нет, это... Да, мяч Кулик выпускает. В центр на Андреева. Здесь и Вишневский с ним поборолся. Бьет Андреев, но это мимо ворот. И даже это фол был со стороны Андреева. И теперь мяч переходит к команде «Еднисть». Что и Редкозубов сам и принимается реализовывать этот штрафной. Редкозубов. Крусян. Нет. Крусян. Ну, там Вишневский уже. Крусян далеко-далеко вперед. Нет, Хлебик перехватывает. И здесь выход просто сам на сам. Кулик, Вишневский. Вишневский бьет и... Ой-ой-ой! Кунда! Какой сейв! Какой сейв сейчас от Кунды! Сам бежит, никто его не принимает. Бук Андреев, точнее, несуразный совершенно пас, точнее, удар какой-то сделал. Крусян, нет. Мяч у него забирает, но остается «Триумф» с мячом. Буга на Крусяна. Крусян. Он был рядышком здесь Андреев. Почему не увидел сейчас Крусян, непонятно. Вишневский. Центр на Хлебика. Но Хлебика сегодня совершенно не видно. Но вот он. Не получается сегодня у Димы что-то совсем принять, ударить этот мяч. Но было несколько моментов, которые ну, не сумел реализовать. Вишневский бьет. Нет. Снова. Нет, не снова. Все-таки мяч остается у «Триумфа». Редкозубов грамотно убирает корпусом. Кулик. Хорошо. На Вишневского. Тут бьет с левой стороны своей ноги. Но мяч проходит рядом со штангой. И так, с этого кадра очень было интересно наблюдать за полетом мяча. Крусян сразу по правому флангу. Ну и Редкозубов его сразу оттесняет. Снова угловой для команды. Нет. Это не будет углового. И команда «Еднисть» побеждает команду «Триумф», чем я их поздравляю. «Триумфу» не отчаиваться. Действительно достойная игра.